обязательность, вам нужно сделать контракт. Тогда вот уход с ними. Здесь вот за это, я всегда говорю, мешок с картошкой нам привязали и держим. Понимаете? Это не мешок с картошкой, правильно? Вот. Теперь вы делаете движение вот на картошку. Вот. И сейчас не важно, чтобы вы маленько взаимодействовали со своим партнером. Раз. Два. И теперь ваши руки становятся веревками. Вы скручиваетесь и забираете своего партнера. Вне зависимости от того, насколько ваш партнер перемещается, вы контролируете его дальше. Каким образом? Он прощает.